Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу сделать расклад, название которого вы видели. Моя ли это работа? Расклад предложила Коко. И на самом деле я сделаю небольшое такое вступление и скажу вот что. Во-первых, этот расклад будет на одну позицию. Поэтому я расскажу о том изначально, что в моем понимании, это чисто субъективная моя точка зрения, выбор, он иллюзорен. То есть, если вам необходима какая-то информация, и вы попали на какой-то канал, даже на мой канал, и на нем есть только одна позиция, не убегайте. Я знаю, что люди не любят расклады на одну позицию, некоторые, потому что им кажется, что нет вот этого вот ощущения выбора, да, что не я выбираю, и это может мне не подойти. На самом деле это не так. Случайности не бывает. Есть определенные закономерности. Если у вас есть какая-то конкретная задача, то ваш мозг старается словить эту информацию, то есть найти любые ответы из всевозможных источников на ту цель, которая у вас стоит. То есть если у вас есть задача услышать расклад на тему работы, да, моя ли это, допустим, работа или нет, профессиональную сферу, то неважно, на какой расклад вы попадете, там будет 10 позиций, одна, либо вообще там, я не знаю, 3. Не в этом суть. То, что вам нужно будет услышать, вы это услышите. Это один момент. Второй момент. На многих каналах коллеги делают сигнификацию. И вы уже можете понять, что если сигнификация вам не подходит, да, то это не ваш расклад. Я на своем канале не делаю сигнификацию. Почему? Потому что я надеюсь на то, что у каждого из вас есть внутренняя чуйка. И если вам что-то не нравится, вас что-то не удовлетворяет, вы понимаете, что то, что я слышу, это не про меня, вам это говорит внутренний голос. Поскольку мой канал про развитие, про саморазвитие, вы должны научиться прислушиваться к себе. Если вы прислушаетесь, и вам идет внутренняя ответ на то, что да, эта информация для меня, она, возможно, мне неприятна, но это про меня, то вы слушаете расклад. Поэтому чисто мое субъективное мнение, позиция, скорее всего, ощущение выбора, оно иллюзорно, да, то есть расклады на одну позицию иногда они бывают намного глубже и дают больше информации, нежели если бы вы слышали, например, информацию из расклада, где есть несколько позиций, но он по времени короче. В общем, то, что я хочу сказать, игры нашего разума вводят нас в заблуждение в том, что расклад на одну позицию – это не про меня. И второй момент, что я хотела сказать, если честно, я не люблю расклады про профессию, про работу, про тему предназначения, потому что у меня свое понятие о предназначении, и оно идет вразрез многим, поэтому я не делаю расклады об этом. И также расклады на тему рода. Это я уже говорила. Вот. Но сегодня я решила сделать исключение, потому что, не знаю, мне показалось расклад, он такой достаточно, ну, может быть, актуален для многих, вот, и поэтому я решила его сделать. Подытожив, скажу, расклад будет на одну позицию, нравится, не нравится, ваше право смотреть, не смотреть, то тот, кто имеет уши и кому важно услышать, он услышит. Потому что не всегда нам нужно слышать всю информацию. Возможно, какое-то слово, оно уже даст нам некий такой инсайт. И я поблагодарю еще раз Коку за идею к данному раскладу. Я в этом раскладе рассмотрю 8 вопросов. Вот, и постараюсь его не делать слишком большим. Ну, как получится, иногда информация идет, и хочется прям, ну, необходимо ее передать. Работать буду на классике, захотелось вернуться в классику Уэйта. Вот, любимая, известная, знакомая колода. Итак, начнем вопрос номер один. Чем вы занимаетесь? Сигнификатор вашей работы. Поэтому сигнификатору вы сможете понять, да, о вас идет речь или нет. Чем вы занимаетесь? Ну, я могу сразу сказать, что здесь идет некое такое взаимодействие с людьми. Да? Здесь идет обмен услуг, обмен, возможно, какой-то информацией. Да, по шестерке педаклей это там, где есть принятие и некая отдача. Поскольку это все-таки педакли, это связано каким-то образом с материей. Да?
То есть я не думаю, что здесь идет речь об информационном обмене, хотя я не исключаю. Но на данном, знаете, более подробно, если рассматривать, я могу сказать, что здесь идет... Вы как-то работаете с людьми, предлагаете им какие-то услуги. То есть здесь обязательно речь идет об услугах. То есть если вы работаете на заводе, здесь не про вас. Здесь идет речь о отдаче каких-то услуг, причем люди, которые к вам приходят, да, это люди, которые на данный момент как-то разочарованы, да, в чем-то. То есть у них есть некие такие трудности, в которых они самостоятельно не могут разобраться, и есть некая такая тайна, да, то есть им что-то непонятно, им что-то неизвестно. Возможно, это будут, ну, как вариант, да, предложения каких-то психологических услуг, да, тоже как вариант, когда к вам люди приходят, находящиеся на неком таком распутье, да, не могу понять, не могу определиться, либо люди, которые утратили что-то. Это может быть, например, работа, к примеру, в банке, да, с финансами, когда людям нет возможности выплатить, например, ипотеку, да, либо какие-то трудности, сложности с финансами. Ваша профессия может быть связана каким-то образом с меценатством, да, помощь другим людям. Тоже как вариант. С другой стороны, вы можете работать даже и в медицине, потому что Верховная Жрица, она нам говорит о всеобъемлющей материнской такой любовью, да, и поэтому здесь могут проходить не только эзотерические какие-то знания, тайные знания, психологические, да, но в то же время могут проходить и медицина. Что еще? Здесь так или иначе связано как-то с человеческим фактором, да, то есть вы работаете не с объектами, не с, да, не с объектами, а с субъектами, да, то есть здесь определенно, ну, взаимодействие с какими-то людьми, да, то есть психологический фактор он проходит, но причем даже и негативный, то есть люди приходят к вам в каких-то, ну, не в ресурсном состоянии, давайте так будем говорить, да. Может быть, кто-то утратил в прямом смысле человека, да, и вам как-то нужно помочь, там, я не знаю, может быть, с похоронами. Может быть, вы каким-то образом связаны с деньгами и можете помочь, я не знаю, здесь банки, да, что-то такое связано, да, где-то ипотеку отдать, где-то как-то в долг, потому что, ну, мы же говорим все-таки о профессии, да, а не личных каких-то, ну, помощях. Вот. Ну и, безусловно, то, что я уже сказала и повторюсь, все, что связано с мистикой, с чем-то таким сакральным, какое-то имеет отношение к времени. Да, может, кто-то здесь создает какие-то формы, объекты, тоже такое может быть. Хорошо, что сейчас у вас происходит на работе? То есть вы послушали сигнификацию, если это каким-то образом связано с вами, то это ваше, если нет, просто не слушайте. Что сейчас происходит у вас на работе? Очень сложный такой период, достаточно кризисный и критичный, я бы сказала. Ну, с одной стороны, сразу я вижу, что вы проходите какие-то уроки для себя. Уроки, непосредственно связанные с коммуникацией. С другой стороны, какие-то проблемы, недомолвки, да, ссоры, конфликты. Нету вообще гармоничного какого-то взаимодействия на работе. Да, то есть нету вот этого вот правильного обмена между тем, что даю, и между тем, что получаю. Какие-то вот разрушительные моменты между собой, весь коллектив как-то ссорится, да. Ругается, есть клевета, где-то, может быть, выговоры кому-то дают, в общем, где-то на кого-то наговаривают, конфликты, соперничество, такое вот ощущение, что, знаете, ну, на грани дефолта какого-то, да, разрушения, и каждый старается как-то вот спасти свою шкуру, если все-таки ваша, ну, работа не... профессия, ваша деятельность, да, не закрывается, потому что у меня есть такое ощущение, вот как будто на грани какого-то закрытия, да, очень много конфликта, очень много болезненных каких-то моментов, ваших переживаний, да. Да, ну вот башня, разрушение, да, то есть что-то должно произойти с финансами, проблемы, вам задолжали, не дают деньги.
Да, то есть переживание изначально, которое я говорила по пятерке кубков, что к вам приходят люди. Если вы работаете на каком-то предприятии, то вам задолжали деньги. Вы их отстаиваете, вы ругаетесь, ссоритесь, доказываете, что вы эти деньги заслужили, чтобы вам их вернули. И вообще такой нездоровый момент происходит у вас на работе. Нарушен вот этот вот баланс вообще нормального человеческого взаимодействия. И вы в данном случае как-то закрываетесь, да? Здесь есть вообще закрытие от каких-то перспектив, вы почему-то даже и не видите никаких перспектив на этой работе. Но все очень сложно, такая, знаете, вот напряженная, воинственная, я бы сказала, атмосфера. Когда очень многое нужно перестраивать, очень многое нужно изменять. То есть ощущение того, что вот все как-то уже устарело, да, эта система, и вот необходимо ее заново выстраивать. Хорошо, как будет развиваться ситуация в ближайшее время на работе? Ну, здесь должны быть изменения, однозначно какие-то изменения, да, какое-то движение. Либо, если мы говорим конкретно о вас, а не самой ситуации, то вы будете пересматривать, у меня ощущение того, что вы будете пересматривать свои цели, вообще для чего вы на этой работе, будете осознавать непосредственно свою ценность, насколько вы удовлетворены финансовым аспектом и того, что, как вас видят на работе, и будете решать, что вы хотите дальше для себя, да, на что вы вот прям способны. Здесь ощущение того, что вот прям какая-то переоценка, и вы уже в большей степени нацелены на выход из этой ситуации, да, либо там самостоятельно увольняться, либо как-то переходить. По крайней мере, у вас есть планы, да, на данном, ну, я не могу даже сказать, что вы анализируете, у меня такое ощущение, что уже решение какое-то принято, что вы, как говорится, лыжи намылили на то, чтобы свинтить с этой работы, если говорить жаргоном, да. А так, в принципе, есть какая-то вот у вас новая цель, связанная с построением чего-то нового, да. Вот вы уже хотите пойти, может быть, кто-то, знаете, здесь хочет пойти обучаться чему-то новому, да, но, возможно, финансы как-то не позволяют. Такой момент тоже может быть. Либо вы хотите пойти в новое, но есть какой-то вот кризис, да, непосредственно, может быть, даже еще с непониманием, как я пойду, мне не хватает денег, либо куда я пойду, что я умею. Но однозначно желание дальнейшего движения присутствует. По крайней мере, у вас есть четкое понимание, что если мне не хватает квалификации, да, ее нужно повысить, нужно чему-то научиться, я уже готов. Но здесь вот вопросы финансов встают очень резко. Знаете, здесь у меня такое ощущение, что вы не работаете на себя. Здесь вы как будто бы работаете на чужого дядю. Но если все-таки вы работаете на себя, то здесь момент того, что вам нужно просто пересмотреть то, как вы получаете доходы от взаимодействия с вашими клиентами. Да? То есть здесь вот баланс между принятием и отдачей, он нарушен, вы вкладываетесь намного больше, получаете намного меньше, и здесь у вас должна быть переоценка ценностей. Вы либо свой продукт должны пересмотреть, либо пересмотреть свое отношение и научиться ценить себя больше, да, потому что вы уже как будто бы вот выросли, и то, что было ранее, вас не удовлетворяет, это если в контексте того, вы работаете на себя. Я разговариваю сегодня быстро, просто поток так идет, да, то есть не знаю почему, очень-очень быстро пошло. Ладно, хорошо. Что транслирует окружение на работе, если вы работаете в коллективе? Что транслирует окружение на работе? Ну, очень какие-то сильные волнения, переживания, да, вообще у людей присутствует, что полетят головы. Что какие-то вот изменения достаточно глобальные происходят, да, и очень много переживаний, что что-то завершилось, что либо нету, знаете, каких-то вот возможностей дальнейшего какого-то развития на работе, либо, если перспективы есть, почему-то здесь есть страх, что вы не попадаете по ту категорию людей, которые вот подходят к обновлению, да, на работе. Но однозначно идет какое-то вот оценивание, да, и вот почему-то ощущение того, что оценивание не в вашу сторону. Вообще как-то вот люди
больше, мне кажется, молчат, да, думают о чем-то, о своем, да, оценивают вообще как-то ситуацию, рассматривают разные взгляды, вообще варианты того, как должно быть. Но присутствует вот какое-то волнение, да, переживание очень такое глубокое, что пошатнулась стабильность на вашей работе. Если мы говорим в контексте того, что вы не работаете на чужого дядю, а на себя, то вот ваше окружение, в данном случае я беру в контексте клиентов, да, они видят о том, что вы проходите какой-то вот период, лично вы, каких-то ваших внутренних трансформаций, перемен, изменений, да, то есть вы на данный момент нестабильны, и поэтому здесь люди еще не могут понять, в каком направлении вы дальше будете развиваться, да, чтобы прийти, поэтому здесь может быть сбой клиентов, их может быть намного меньше, то есть они пока еще не понимают, что вот эти вот перемены, которые у вас происходят, ваша переоценка, изменения в вашей жизни, к чему это все приведет. Есть ли токсичные люди вокруг меня, которым нужен мой ресурс? Ну, на работе я имею в виду, да? Есть ли токсичные люди вокруг вас, которым нужен ваш ресурс? Нет, я не думаю. Я не вижу токсичных людей по причине того, что выпали достаточно сильные такие арканы, как сила, девятка пентаклей и рыцарь кубков. Токсичных людей нет. Я, наоборот, вижу людей достаточно позитивных, сильных. Возможно, они даже вас продавливают своей силой, да, либо как-то влияют на ваше внутреннее состояние. Да, то есть вы как-то чувствуете себя в позиции под, а не в позиции, ну, то есть вы не главный в этой игре. Наоборот, многие вещи вам даже и непонятны. Ну, то есть вот в вашем окружении я вижу достаточно таких авторитетных, сильных людей. Нет, я не вижу, чтобы были какие-то токсичные люди, которым нужен ваш ресурс. Люди, которые вас окружают, что они хотят вообще от вас? Ну, я бы сказала наоборот, что это люди, которые, наоборот, нуждаются в вашем внимании, да, это люди немножко замкнутые, они нуждаются в вашей, даже, знаете, не вашей силе, а они как будто бы нуждаются в ваших эмоциях, в вашем внимании, вот ресурс, который мне необходим, он кубковый, да, ваши эмоции как-то. Да, ваше внимание, любовь, это какая-то ласка, нежность, возможно, да? Чтобы вы не были таким жестким, хочется сказать, да, чтобы вы были как-то вот более снисходительным, ощущение того, что вы как будто бы пожертвовали, да, вот этой вот своей, знаете, такой целенаправленностью, устремленностью, жесткостью, чтобы что-то изменилось. Знаете, вот вы такой достигатор очень сильный, и им от этого, ну, некомфортно. Я не вижу, чтобы они были токсичны для вас. Хорошо. Для чего вообще вам дана ситуация, которая происходит с вами на работе? Выпадает императрица. Для того, чтобы вы определились, в конце концов, и приняли какое-то решение. Да, оценили ситуацию реально, такой, какая она есть. Приняли решение, и решение это должно быть в вашу сторону. То есть вы для того, чтобы вы выбрали себя, себя как личность, да, чтобы вы изменились. Вот вы познали, вся эта ситуация, она связана с ценностью себя, да, с переоценкой ценности для себя. Вы себя научились выбирать, ценить. Угу. Хорошо. И последний вопрос, в принципе, то, с чем был связан сам расклад, моя ли это работа, то есть то, чем вы занимаетесь, как предмет, да, не как профессия, ну, то есть я имею в виду предмет вашей деятельности, да, то есть вы можете сменить, например, работу, да, компанию, но сам предмет, то, чем вы занимаетесь, ваше ли это? Однозначно.
однозначно это ваше. И тут я могу сказать полностью, что вы взаимодействуете с людьми, как-то, знаете, давая, предлагая им какие-то услуги. Да, здесь могут быть психологические, еще раз вот, подтверждение. Да? Десятка кубков, король кубков и король мечей. То есть когда вы связываете непосредственно разум с чувственным каким-то аспектом. Помогаете людям в психологическом аспекте. Если, опять-таки, вы работаете на себя, не где-то в какой-то компании, здесь вспомогательные какие-то профессии идут, то да, это ваша работа. Да, вы правильно используете свой интеллект и используете свою эмпатию. И это придает вам по десятке кубков, это дает вам удовольствие, это вас наполняет эмоционально. То есть то дело, которым вы занимаетесь, оно вас наполняет. И выпадает королева кубка, да. Угу. Вот такой вот коротенький расклад у нас с вами сегодня был на одну позицию. Вообще, в моем понимании, расклад экспресс, да, на 20 минут. Вот, но с одной стороны, я сегодня, если быть максимально с вами откровенной, записывала очередное занятие на 2 с лишним часа по курсу Древа Жизни, и я просто физически не успевала даже записать такой большой расклад, поэтому я выбрала расклад на одну позицию, чтобы вас просто не оставить без расклада. А я хочу вам пожелать хорошего дня, если вы смотрите расклад утром, если нет, да просто хорошего настроения, удачи вам и всего вам самого наипрекраснейшего. Всех вам благ. Прощаюсь до следующего расклада. Пока-пока.